прекрасный старый новый Гурлицер. Старый, потому что таких инструментов больше не делают. А новый, потому что мы его купили совсем недавно и прямо счастливы ужасно. Он даже успел побывать на записи альбома и там профигурировать в одной песне. Его звук таков, ласкает слух. Я без тебя не живу, не пою, лишь о тебе мечтая. Только с тобой начал я понимать, как мне тебя